Мама, мы сидим в офисе, а ты что делаешь? А я вот сижу, греюсь тут. Привет, ребята! На улице на самом деле поливает дождь, уже третий день. Погода такая противная, ничего не хочется на улице, тем более быть. Ну, дождь идет просто, вот иногда бывают какие-то просветы, но не очень надолго. Как вы видите, я намарафетилась. Мы сейчас собрались и поедем все вместе в Котку. Веломо, это центр, морской центр. Сегодня там будет мероприятие для детей. Сегодня детей там будут развлекать. Прям по часам программа расписана с 11 до 3. Это платное мероприятие, поэтому я очень надеюсь, что там будет интересно, весело. У нас маленький почемучка. А почему в Котку? А почему туда? Почему сюда? Да? Говорит, только что сказал, что ему нравится трасса, потому что там гоняют спортивные гоночные машины. Да? Не знаю. Штрафы тут за превышение скорости большие. Наш первый воркшоп. Мы будем делать светоотражатель. Это наша звезда. Так. Папа нам говорит, где она сидит. Это кожа. Настоящая кожа. И светоотражающая полоска. Вот такая. Ну, в целом нормально, да. Аккуратно, не пачкайся. Марш сюда. Так, да, давай. Не хочу было там. А как такой больше? Я хочу там. Вот там. Надо всю эту звездочку. Подожди, сейчас мы приложим. Ну, давай, делай дырку. Нажимай. Нажал? Нет? Получилось? Чуть-чуть там. Ой. А веревочка также из светоотражающего материала. У нас будет классно. Так, давай. Как будем? Будете слушать. Слушать? Тебя слушать? Да. Будем. Ну. Мама, одень. Давай. Не хочу никакой костюм. А, ну вот. Ничего не видно. Ничего не видно? А где глазки-то твои? Вон они, глазки. Маленький черный. Ужас. Кошмар. А вот, кстати, какая-то маска. А, вот это. Это симпатичный. И вот это. Звездные войны. Давай. Можно вот эти костюм? А, там надо. Домой везти. Домой нет. Еще костюмы можно мерить. Домой нельзя. Не потянулся. Чем мы без сахара? Ну, да, без сахара. С чем это хоть? Первая твоя. Помнишь, раньше была какая-то мамба какая-то была? Да, да, такое. Да, да. Ну что, вкусно? Смотрим знаки, изучаем. А да. Это да не что за знак? Смотри, вон бабки. А это дядя идет. Что-то Дэнни у нас какой-то плаксивый уже второй день. Я хочу пойти. Плаксишка. Пойдем. Пойдем. Да. Мама! Та-дам! Дохлик такой. Ну кто? Кто? А чего она там уже какая-то несчастная?
Обрубили ей ветки. Ну, как-то она уже начинает высыхать, а до Рождества еще больше месяца. Подарки дома будут. А? Дома будут подарки. У нас? Ага. Пойдем в магазин. Мы сейчас в центре Котки. Оказывается, в Элому, вот где мы сейчас были, для детей все это будет бесплатно. Мы заплатили только за взрослые билеты, но это смотреть сам музей, этот выставочный комплекс. Дети со звездочкой первые. Да, вот. Гарматный. Так что для детей все будет бесплатно. Сейчас мы зайдем здесь в магазинчике. Пассати. Смешное у него название. Можете догадаться, что за глагол русский. Да и ты что-то очень много обижаешь. Да, он какой-то у нас плаксивый, не знаю. Он так себе обычно ведет, когда у него температура. Хотя сейчас температуры нет, но у него небольшой насморк. Короче, какой-то капризулька. Свинарник, да, грязный. Магазин. А, так это Тайгер открыли. Здесь же аптека была, Егор. Это же аптека была. Ничего себе. Куда мы идем? Мы идем в Линдекс. А он где-то вот там прямо. И все закрывается скоро уже. Не разгуляешься особо. Выходной день. Здесь появилось детское место, пространство. Может, оно уже тут давно. Дэнни увидал, захотел покататься. Это автоматы, такая лазалка. И папа сидящий, скучающий. Мы уже приехали домой, были у бабушки с дедушкой. И вот, смотрите, я купила в Котке fake snow. Это искусственный снег. На елочку посыпем. Как-то я уже покупала. Это свеча адвентовская, 24. В этом году решила взять тоненькую, потому что большую мы как-то не успеваем сжигать, ну, такую толстую. А я думаю, что тонкая как раз будет хорошо. И в Тайгере, где мы купили, постоянно, ну, от сезона зависит там, да, классные пакеты. Очень приятно потом. Что там? Там такой снег искусственный. Тоже снег. Приятно потом пользоваться пакетами. У нас классная погода, мы гуляем. Сейчас будем смотреть первый запуск Дэнни с горки. О, я боюсь! Ну ладно. Получилось еще безопасно. Не так, как я думала. У нас второй день идет снег, и погода такая классная, потому что плюс один снег, мягкий, из него просто шикарно лепить снеговика, это вот прям то, что надо. Но и, короче, много снега, тепло. Здорово. И мы с Дэнни вышли погулять. Давай. Почему? Ой, это что? Снег? Что там? Фонарики? Аккуратно. Снег пошел. Посмотрите, нас сейчас заметет. Классно, да? Дэнни в восторге. Давай, мы отправляемся. Причем, ребята, так скользко. Я вот на эту горочку забиралась. Два раза даже подскользнулась. Скользко, говорю. Куда мы с тобой поедем? Домой. Домой? Да, еду. Можно. Нет, там скользко. Там скользко, не пойдем. А? Поехали сюда. Ой! О, посмотрите на эту красоту. Как прекрасно все-таки. И еще в следующие пару дней обещают тоже такие вот снежные. Супер. Где Дэнни? Где Дэнни? Вот Дэнни. Ах, как смешно. Точно, точно, точно. Опа! Ку-ку! Весело. Давай играть в прятки. Ты, я
Ищем, ищем, ищем. Нашли. Так, 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 где Зданик, где Зданик? Погода просто супер, у нас снег идет, идет, идет. Ой, спасибо. Ой, как здорово. Давай пойдем домой. Давай. Пока мы идем домой. Мы нагулялись, санки взяли, лопату взяли. Супер. Да мама тебе построила дом такой. А это что? А я не знаю, крюк какой-то. Окна, двери там есть. Цветами Дэнни украсил. Так, тут у нас папа сидит. Папа строит машинку. Полицейскую, занят делом. Вот такой у нас вечер. Привет, ребята. Сегодня второй день после того, как мы с Дэнни ходили, гуляли. Вот у нас снег. Такой у нас вид из окна просто... Просто обалденно. Я даже не знаю, как передать эту красоту все на видео, на фото. Я сижу на кровати, я прохожу мимо комнаты. Причем между всех комнат. И с другой стороны дома. Такая же красота. Как вам передать, не знаю. Очень-очень-очень красиво. Просто сказка. Могу сказать, что сейчас это самый лучший вид из окна, что у меня был когда-либо. Вот на такую прекрасную природу. Кто там? Привет, ребята! Как дела у вас? У меня все хорошо. Я сплю. Сладко. Сладкий сон. Младенцу. Мы приехали в Порво. Сегодня сюда приезжает впервые Йолупуки, или по-нашему Дед Мороз. Вот. Там уже на площади главная движуха, люди гуляют. Там надо смотреть по времени, потому что он в разное время со своей делегацией на разных улицах. Вот. Это все в Фейсбуке мы смотрим. Там стоят какие-то пони, а в прошлый раз были ягнята. Не знаю, сейчас я видела ноги пони. Пойдем смотреть. Сейчас мы посмотрим, да, где там Йолупуки гуляет. Поставили машину, нашли место бесплатное, парковочное. И пойдем. По пути шел дождь. Надеюсь, здесь его не будет. Потому что как-то не очень интересно с дождем гулять. Мне кажется, кто-то не хочет просыпаться никак. Задумчиво. Еще кто-то есть там. В этом году вот такой автомобиль-дом. Кто-то там живет. Пошли смотреть. Мы на ферме видим такой. Ферма, мини-ферма. Иди погладь его. Может, с фермой бред. А здесь... А, так с фермы можно, да, конечно. Погладь его. Так. Так, кролики. Дальше здесь у нас утки. Погладить. Погладить хочешь? Иди, пусть погладит. А вот там забор. А здесь у нас собачка чья-то. И на пони можно покататься, только очередь длинная вот туда идет. Вот так вот. Вот Санта идет. Йолупуки через дорогу переходит. Сантихой. Санта, пока! Куда у нас Санта идет?
Куда-то идет. Он идет в банк, наверное. В банк? Деньги снимать или класть? Ну, конечно, подай. Вон, кстати, смотришь, что я его снимаю, по-моему. Куда ты идешь, Санта? Дед Мороз. Куда он идет? Кис. Так. А, он садится. Мы приехали в Порво на набережную. Живописные места. Да. Смотрите, у нас какие классные стаканы. Маркетинговый ход из Макдональдса. Вика призналась, что она купила кофе только потому, что увидела стакан. Красиво. Ну, скажите, да, Егор, у нас причем разные напитки. У меня с корицей и с битыми сливками, а у Егора обычная капучино. И мы вот здесь гуляем сейчас с Дэнни там. Он тоже смотрит. Что-то там поковырялся в песке. Что, руки грязные? Ага. Здесь обалденные дома сзади нас, они стоят очень дорого. Ну, смотря для кого, но, в принципе, цены хорошие такие. Ну, район, да, вот эти вот. Да, с вида обалденные. Вообще нет, просто вот эти постройки, они из новых. Вот, сейчас активно в пору строительство ведется. Вот, и они очень классные. Они как классные снаружи, так и внутри. Отделка. Пошли смотреть. Вот, короче, вот такой домик. Это наша следующая цель. Домик у речки. Ну, не обязательно у речки, но вот именно, как бы, осторожно, Дэнни, застройку вот эту. Именно дома такие. Какой-то кораблик, там кафе, Хайнекен. Красиво, да? Снег растаял, посмотрите, все. Снега нету. Очень красиво. Небо, правда, тоже вот полузатянуто тучами. Вообще, отличное настроение, гуляем, пьем кофе. Собаки лают. Красиво. Конфеты с лакрицей. Надо что-нибудь, да не взять. И мармелад, кстати, есть. Так, так, так. Тут интересно. Сейчас мы возьмем какой-нибудь соблазн. Видишь, сколько много? Пойдем. Так мы сейчас пойдем в магазин смотреть. Да, мы пойдем в другой магазин еще. Одежда здесь для деток. Ну что, будем с вами домик делать такой рождественский. В том году я не покупала, надо будет в этом году купить. Так для него надо, да, какую-то... Или оно в наборе уже, интересно. Крем этот. Надо почитать, что там. Так. Гномик нам принес подарок. Дэнни, точнее. Пока его не было. Дядя. Дома? Ну-ка, 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 мы ищем. Где цифра одна? Это 7. Эй, нет, ты не сломай. Дэнни, вот, смотри. Давай. Ты сломай. Вот, давай. Давай. И в детском садике деткам тоже подарили подарочек, конфету. Подожми. От гномика. Так, вот теперь надо иметь терпение. Это столько. Ух ты, пакетик. Ой, что там? Вот. Там какой-то, наверное, человечек. Кто там? Там поезд. Поезд, ух ты, здорово, давай. Дэнни играет с новой игрушкой. Сейчас вам быстренько покажу, как у нас тут подготовка к Рождеству, к Новому году. С Дэнни повесили такие наклейки на окно. И вот из новинок купила такую елочку. Яркая, красивая. А, ничего себе, я даже не заметила, что вот эту палочку перевернуть надо. Ну ладно, одной рукой неудобно. Это наш новый подсвечник. Не подсвечник, какого? Фонарь, да? Вот такая вот штучка на то Рождество нам родители Горы подарили. Вот такие вот лоси классные, они могут стоять либо рядышком, либо вместе соединены. Очень классная идея, тоже купила в Лидле цветы. Что тут? А, это из этого набора звездочки. Это вы уже видели на Дэнни день рождения. И сейчас у нас начинается... подготовка к установке елки. Вот я уже тут
передвинула часть мебели. Будем двигать, короче, диван вот в эту сторону, потому что елка будет в том углу. А на той маленькой квартире в том году елка у нас стояла у батареи, и это, конечно, был кошмар. Она очень быстро осыпалась. Надеюсь, что здесь, в этом углу, ей будет гораздо лучше. Вот Дэнни в кладовке взял вот такую штуку. Его старая игрушка. Знаете, куб такой еще есть. С разными тоже заданиями. Крутить, вертеть все. Он увидел эту крышку и... Кто пришел? Ну, папа, наверное. Дед Мороз пришел. Елочку принес. Выбирали самую толстую. И прям идет она практически до верха. Ее пышность. Сейчас. Мне надо вот это надуть. Ага, еще, да. Будешь на линии на этом ослике скакать. И наш крепеж. И там. Да, процесс идет. Мастер, да. Я пока буду разбирать игрушки. Вот мы сейчас купили штуку эту подложка, как ее назвать. И тут много-много всего. Сейчас эти игрушки тоже купила. Будем разбирать всю эту красоту. Сейчас идет. Я тоже. Мальчики в этом, да? Да. И что у тебя? А что? Вот у меня кусочки. Тебе кусочки достались? Да. Здорово. Да, вот Дэнни пострадал в садике его. Да, вон щеку мальчика. Заехал ему каким-то куском снега, видимо, с землей. Так, мама продолжает разбор. А, ну, почти. Это сейчас проверим. Ответственный момент. А может, ножницы надо было? Украшать? Да. Не, еще рано. Так-так. Что здесь происходит? Елочка наша. Так, вау. Красиво. Дэнни, солнышко, все в порядке. Что-то там снять надо. Она такая влажная, здоровская. Мам, кто его взяла? Зелененькая. Мам, давай это оставать. Там она, мне кажется, привязана. Привязана? Да, мы сейчас оторвем. О, какая. А вот, сломалась. Вот это, вот это. Оторви или отрежь. Да вот висит маленькая. Вот еще вот эти. Красота. Сейчас мы ее немножечко распушим. Сейчас Дэнни будем